Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас очень яркая тема, с которой начинается активная христианизация на Руси, обращение к христианству великого князя Владимира, древнеязыческая мифология славян, крещение святого князя Владимира, крещение жителей Киева, распространение веры при преемниках святого князя Владимира. Сегодня у нас знакомый уже вам лектор Павел Владимирович Кузенков, доцент МГУ, преподаватель нашей Сретенской духовной семинарии. Павел Владимирович, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Честно вам скажу, немножко неожиданная такая для меня была лекция. Буквально вчера я узнал, что сегодня нужно ее провести, но я с радостью согласился, потому что темой крещения Руси я занимаюсь уже много лет, и хотел бы сегодня как раз поделиться с вами последними научными, ну, не скажу достижениями, но разработками в данной области, поскольку, несмотря на то, что тема крещения Руси изучается давно и обстоятельно, но до сих пор очень много остается неясным, до сих пор выясняются все новые и новые, более точные, более правдоподобные гипотезы. И я думаю, что вот как раз сегодня мы с вами как никогда близко можем подойти к попытке восстановить реальную картину событий того времени, 988 год, 980-е годы, то есть конец X века, когда произошло вот это знаменательное событие, определившее судьбу России, ну, не побоюсь этого слова, навсегда. Потому что если Россия как бы от этого своего пути отойдет, это уже будет некая другая геополитическая реальность, которую уже будут изучать, может быть, как-то наши, может, далекие потомки. Но, во всяком случае, мы с вами имеем счастье и честь жить в той самой Руси, которая избрала Восточное православие. И вот этот выбор Владимира определил, собственно говоря, лицо нашего нынешнего русского государства, России. И само слово «Россия», между прочим, восходит именно к названию нашей церковной области, митрополии, потому что слово это греческого происхождения и появляется как раз вот сразу же после крещения Руси в связи с принятием России, вхождением России в состав церкви Византийского Восточно-Римского государства, Константинопольского патриархата. Это вообще очень удивительное, редкое в истории явление, когда церковь огромного, сильного, мощного государства в течение многих веков была составной частью церкви другого государства. И это вполне естественно, потому что византийцы, хотя и понимали, что в принципе-то Русь вполне такое, ну, самостоятельное, независимое государство, но тем не менее с точки зрения вот их миссии, которую они понимали как апостольскую миссию, миссию распространения православия по всему миру, они считали необходимым опекать привитые к новой вере народы. И в силу этого новые церкви, вот такие вот возникавшие в ходе миссионерской работы греческих иереев, они оставались в попечении Константинопольского патриарха до тех пор, пока они не встанут на ноги, не обретут действительно абсолютную такую зрелость. И в данном случае русский народ вот вполне оказался на высоте своего наследия православного. Он не просто после того, как погибла православная империя, устоял в православии, но и подхватил это упавшее знамя православного царства, и в течение следующих веков именно Россия уже самими греками воспринималась как самая главная, самая великая в мире православная держава, и в греческих церквах уже возносились молитвы за православных царей московских. А до этого в течение многих веков в наших русских церквах поминались православные цари
цареградские, то есть императоры. Возникла вот такая удивительная церковно-политическая ситуация, когда при политической независимости было очень тесное братское такое вот именно на фоне православия сближение не просто русского и греческого народов, а всех православных народов вокруг Константинополя как некой такой вот духовной матери, из которой источались вот те что воды, живительные воды православной веры, которую не только русский народ, но и многие другие народы получали. Одновременно, кстати говоря, с Россией в X веке к православию пришли, например, аланы. Аланы – это, ну вы знаете, что такое Алания, да, она до сих пор, кстати, существует. Сейчас она входит в состав России, раньше это было самостоятельное государство. И вот как раз Аланская и Русская митрополии в Константинопольском диптихе находились друг за другом, рядом, потому что приняли христианство примерно в одно и то же время. Ну, вы на прошлой лекции, надеюсь, все помнят, уже прослушали историю, когда, ну, того, как христианство приходило на русскую землю, как укоренялось еще, так сказать, в языческие времена. И несмотря на то, что Владимирово крещение далеко не было первым, и были крещения и предыдущие, так называемое Фотиево крещение, надеюсь, вам о нем, да, рассказывали в прошлый раз. Крещение, которое приняла княгиня Ольга, тоже было, в общем-то, таким почти официальным, и несмотря на то, что сын ее эту политику не продолжил, но Ольга многое сделала для того, чтобы христианство укоренилось на русской земле. Вообще, надо понимать так, что Ольга, это сейчас мы видим уже по новейшим достижениям археологии и других наук, Ольга сделала колоссальный вклад в развитие русского государства. Именно. То есть то, что до нее существовало, это скорее походило на некий такой еще очень незрелый племенной союз. А именно при Ольге возникает вот так, что называется, государственная система Руси. И сейчас мы понимаем, насколько важен был этот период в истории нашей страны. И не случайно Владимир, принимая христианство, в конечном счете был вдохновлен и ее примером. Примером своей премудрой бабки, вот, которую его бояре прям так и называют в летописи «мудрейший всех человек». И вот все эти этапы, они готовили победу христианства на Руси. Но надо сказать, что эта победа вовсе не была автоматической. И для того, чтобы понять, что вот этот вот выбор Владимира был не просто некой политической игрой там, или чем-то еще, или каким-то просто естественным вхождением, ну, принятием определенных правил игры, принятых в то время в цивилизованном мире. Нет, это был действительно цивилизационный выбор, но выбор не просто на уровне государственного деятеля, это был выбор прежде всего личный. Потому что Владимир, как мы его видим из источников, а нам довольно хорошо ясен его образ, потому что довольно много есть источников самого разного происхождения, говорящих о нем. В частности, до нас дошли даже записки, письма людей, непосредственно с ним беседовавших, типа вот Бруно Кверфуртского, там, например. И самое важное для нас, что это записки людей иностранцев, то есть они как бы не имеют никаких оснований для того, чтобы как-то особо возвеличивать русского князя. И они пишут о нем в высшей степени доброжелательно. Так вот, Владимир как личность предстает перед нами в очень таком целостном образе. Это действительно был характер непростой, волевой, решительный, но и достаточно резкий, склонный к принятию таких, как мы бы сейчас сказали, волюнтаристских, да, то есть таких вот, что называется, волевых решений. И для него принятие христианства было не просто некой такой вот государственная задача. Это была его личная задача. Это очень важно понять. И хроника, и житие святого Владимира, другие источники дают нам возможность представить вот этапы этого пути, пути прихода к вере и укрепления в ней. Но, конечно, этого не было достаточно для того, чтобы крестить русскую землю, потому что
Владимир был не просто князь, он был военный вождь. И это была едва ли не самая главная помеха для принятия христианства. Если вы помните, его отец Святослав, великий воин, и не побоюсь этого слова, действительно, один из самых великих в нашей истории полководцев, который буквально в течение нескольких лет одну за другой победил, в общем-то, достаточно могущественные державы, Хазарию и Болгарию, и бросил вызов самой Восточной Римской империи, собираясь захватить Константинополь, немного, вошел во вкус. Вот. Более того, собирался уже и столицу переносить на Дунай и делать из этого некий такой вообще такой огромный восточноевропейский такой вот монстр политический союз, ну, это просто империю такую, которая бы от Балкан до Каспийского моря бы, и до Кавказа, и до Северных морей вот, охватывала бы все эти пространства восточной Европы, но там он надорвался. Так вот, Святослав не принял христианство именно потому, что дружина смеяться начнет. Вот это буквально его слова, как записано это в летописи. То есть не то, чтобы он сам был против, он, в общем, даже был как бы и почти и за. Тем более, что мать много сил приложила для того, чтобы его обратить ко Христу. Но вот этот, что называется, внешний фактор, фактор влияния окружения, он очень часто бывает очень существенный вот в вопросе принятия веры. А тем более, когда речь идет о дружине. Ведь дружины — это же ребята такие достаточно серьезные, и они, в общем-то, могут и убить. И делают это без особых колебаний, если чувствуют, что есть угроза их личному положению. Конечно, князь — фигура в высшей степени авторитетная, неприкасаемая, но мы видим, как легко убили там, того же князя Ярополка, сына Святослава, старшего брата Владимира, когда он вот оказался в слабом таком положении. И Ольга, и Владимир, принимая христианство, конечно, понимали, что это, в общем, очень серьезный вызов и серьезный риск, если угодно, личный, для личной жизни, для личной безопасности. Потому что что такое дружинники X века или там, IX? Вы, наверное, знаете, что Русь, как феномен, это загадочное явление. Это ведь не народ. Русский народ сложился впоследствии на базе уже православного русского государства. А до этого Русью называли политическую силу, даже скорее военно-политическую силу, вокруг которой сплотились славянские племена, и не только славянские. Финны тоже входили в состав Руси. Русь — это примерно то же, что, допустим, вот Рим. Да? Вот Рим — это ведь тоже не народ. Никакого народа римлян никогда не существовало, но была римская вот эта вот политическая система, которая потом превратилась в гигантскую империю. Вот Русь изначально возникает как такой вот очень компактный военный союз достаточно смутного происхождения, но мы видим, что там, конечно, играют какую-то роль и скандинавы, но огромную роль играют и славяне. То есть это какая-то надконфессиональная, неконфессиональная общность, связанная одной единственной целью. Какой целью? Эта цель очень хорошо видна в предании о призвании Рюрика, например. Когда, помните, призвали Рюрика, что ему было предложено? «Приидите править и володеть нами». Ну, это вот летопись. Летопись, памятник достаточно поздний, она отстоит от призвания Рюрика на несколько столетий, но один из арабских историков, описывающих нападение Руси на ни много ни мало город в Азербайджане, который называется сейчас Барда, тогда назывался Партав, в X веке, пишет примерно следующее. «Приплыли какие-то дикие варвары на лодках, захватили город, собрали жителей и сказали: не бойтесь, мы вам ничего не сделаем, мы пришли править вами. И все. Больше нам ничего не нужно. Как говорится, все работайте спокойно, оставайтесь на своих местах, просто вот мы пришли править и владеть вами». И вот это вот очень такой показательный момент. Русь — это вот некая
такая, если угодно, управленческая структура. Но одна из задач этой управленческой структуры, понятно, это еще и личное обогащение, и никто этого не скрывал. Вот. Поэтому и одним из способов, так сказать, и власти, и богатства, достижения власти и богатства, и главное, его сохранения, является военная сила. Вот военная сила всегда была таким идейным, что называется, базисом вот, русских князей языческих. Особенно это хорошо видно на примере Святослава. Помните, он сказал, что как бы, вот, мертвые сраму не имут. Да? То есть для него главное было вот это вот сохранить честь русского имени, не понести срам. Да? Срам для Руси означало все, поражение, гибель и исчезновение. Вот это вот имя Руси, связанное с таким вот гордым, военным, удачливым князем-полководцем, было очень важным, важной ценностью, что ли, важным стержнем всей политической, экономической, какой угодно системы русского, раннего русского протогосударства. И вдруг христианство. Христианство, которое, как вы знаете, наверное, запрещает убивать даже в политических и военных целях. И понятное дело, что это было настолько серьезным вызовом, настолько серьезной ломкой для всего устоявшегося мировоззрения, и настолько это было непонятно, непривычно для людей, которые всю жизнь только и занимались, что, в общем, профессиональным, ну, назовите это убийством, можно это назвать военным делом, но это люди, которые жили войной, поклонялись богам, которые приносят победу, приносили в жертву своих врагов, а иногда и не только врагов. И как мы увидим, вот реформа князя Владимира предполагала, что в жертву можно приносить и своих собственных детей, лишь бы была победа. Вот это главное. И вдруг христианство, которое проповедует не просто даже там, мир и любовь, но любовь к врагам. Это вообще вещь до сих пор мало кому доступная. А уж в языческом мире, мире X века, даже трудно себе представить, насколько это было необычным. И вот в связи с этим перед Владимиром вставала в том числе и другая задача. Помимо прихода к вере самого, еще и привести к этой вере своих дружинников, своих людей. И потом, вслед за этим, привести к вере и весь русский народ. Что, казалось бы, тоже вроде бы вещь техническая. Ну, как князь скажет, так и будет. Но ничего подобного. На примере других народов, а русские ведь не первыми приняли христианство в Европе, мы видим, как болезненно проходило укоренение новой религии в народной среде. Везде, повсеместно. За исключением, может быть, только Ирландии. По всей Европе христианство пробивало себе дорогу, что называется, огнем и мечом. И наиболее яркий пример – крещение саксов, например, или крещение наших западных братьев-славян на территории современной Германии. Ведь половина нынешней Германии когда-то была славянской, включая город Берлин. И, кстати, это до сих пор видно по внешности. Так вот, эти территории были крещены с огромным трудом только в XIII веке, ну, путем практически перманентного военного давления. И языческие восстания вспыхивали повсеместно. То же самое в Польше. В Польше до сих пор каждая церковь называется замком, castellum. Да? Костел – это же по-латыни замок. Это означает, что ранние церкви представляли собой такие настоящие военные укрепления. И в Чехии, в Болгарии, в Венгрии, везде мы встречаем вот этот период вооруженной борьбы с христианством со стороны народа. А в России не встречаем. Это тоже такой момент, который, с одной стороны, можно объяснить тем, что крещение Владимира было не первым, и оно уже фактически замыкало цепь этих вот акции по просвещению, по внедрению христианства. И русские люди уже как бы знали, с чем имеют дело, им это уже было более-менее знакомо. Но с другой стороны,
это можно говорить там, о Киеве, да, одном в городе, но в глубине Руси, конечно, несомненно, что процесс христианизации шел очень болезненно. Но несмотря на это, никаких ярко выраженных вот таких вот языческих движений, за исключением нескольких северных, в основном финноязычных областей, мы в летописях не находим. И я не думаю, что это некая фильтрация, что ли, информации, что летописцы как бы опускали эти сюжеты. Скорее наоборот, во всех, например, западных летописях это всячески подчеркивается, потому что это показывает, ну что ли, ту важную миссию, которую выполняли власти по просвещению народа, по борьбе с язычеством. То есть я хочу сказать, что крещение народа тоже стало результатом не только какой-то политической манипуляции и военного давления, а прежде всего еще и воздействием, вот, что называется, в подлинном смысле слова, просвещения. То есть действительно русские люди увлеклись христианством. И увлеклись настолько искренне, что уже первое поколение наших христиан дало примеры вот такого, я бы сказал, вселенского, вечного масштаба, типа вот святых Бориса и Глеба, которые канонизированы. Это, между прочим, дети Владимира, да, которые родились еще язычниками, и которые проявили такое понимание истины христианства и учения Христа, что сами греки канонизировали их уже в XI веке, что, вообще говоря, явление беспрецедентное. Об этом, я думаю, мы еще поговорим в конце. Так вот, все это показывает, что князь Владимир действительно совершил такой, ну, многоуровневый, что ли, такой вот выбор, такое, по сути дела, действительно там, деяние, которое определило судьбу и его, и его потомков, и русского государства, но самое главное, и всего православия, потому что сам православный мир в X веке испытывал достаточно серьезную такой вот, ну, серьезный кризис, потому что в это время обострилось противостояние с Западом. Обострилось до такой степени, что, ну, уже вот как бы схизмы как таковой формально еще не было, но уже в конце X, в начале XI века уже, ну, отношения между Римом и Константинополем накалились до предела. Уже на Западе входила в повсеместное употребление филиоква, и фактически вот буквально при сыне Владимира Ярослава уже дело дойдет до открытого разрыва между западным и восточным христианством. Но уже в X веке, да, даже еще и раньше, уже в IX веке Константинополь и Рим начинают такое очень острое соперничество, прежде всего за за новые окрещенные народы. Первым яблоком раздора были болгары, потом, ну, Русь тоже, как вот вы, наверное, уже знаете, была полем для соперничества латинского и греческого христианства. И не только Русь, и Сербия, и Венгрия, и, ну, современная Чехия, да, Богемия, Моравия. И самое опасное для греков было в том, что на них одновременно с востока постоянно давил могучий ислам, а Западная Европа могла себе позволить, что называется, ну вот, давление в одном направлении. И она достаточно сильно развивалась, и уже в XI веке она, что, ну, начинает очень бурно экономически, ну, бурную экспансию. И Константинополю очень нужен союзник. Очень нужен какой-то вот, ну, что, как по-русски называется, брат по вере, да, на которого можно было бы опереться вот в этом противостоянии с латинским миром. Русские как раз оказываются таким мощнейшим союзником, и несмотря на то, что мы так напрямую с греками в одних и тех же войнах никогда не участвовали, но
Западный мир прекрасно видел вот этот альянс Киева и Константинополя, прекрасно понимал, что если что, то придется дело иметь именно с этими двумя мощнейшими государствами на границе Европы и Азии. И это до поры до времени сдерживало экспансию. А Константинополь же, ну, при всей, так сказать, его такой недоверчивой политике в отношении Руси, потому что, конечно, страшно, страна-то хоть и православная, но ведь уж очень самостоятельная, уж очень сильная. А вдруг опять захотят Константинополь взять, что, кстати, и произошло при Ярославе Владимировиче. Такая попытка была сделана. Греки, тем не менее, всегда с большим уважением относились к России, к русскому народу, к русской церкви, тем более, что это была фактически их собственная церковь. Как я уже говорил, Киев был митрополией Константинопольского патриархата. Но вот, и вот это тоже очень важный момент. То есть Великую схизму Россия, Русь и Византийская империя встретили как бы вместе, как бы по одну сторону баррикад. Не случайно на русской почве в XI веке появляется огромное количество полемических трактатов, составлявшихся греками, и не только греками, и нашими авторами. А что такое полемические трактаты? Тексты, которые призывают беречься латинян. То есть не вступать с ними ни в какие сношения, только придерживаться своей восточной греческой веры. Вообще вот это название «греческая вера», оно вошло в официальный язык и использовалось вплоть до XX века. Официальное название нашей русской церкви было именно греко-российская или там православная российская церковь греческого обряда. Это тоже важный момент. Но вернемся в X век. Я позволю себе немножко напомнить предысторию, поскольку не все, наверное, знают, что первым епископом, который был поставлен для Руси, был немецкий монах из города Майнц. Было это при очень загадочных обстоятельствах. Ну, как вы знаете, княгиня Онька приняла крещение в Константинополе. Точная дата нам, к сожалению, неизвестна. Совпадение числа месяца и дня недели показывает на две возможности – 946-957. Я лично склоняюсь в пользу 946. И у меня есть для этого аргументы, но в современных учебниках написано 957. Ну, как бы, ладно, допустим так. И вот в 959 году в немецкой придворной хронике мы встречаем запись. Явились послы королевы Ругов, ну, Ругами так на художественный манер называли русских, королевы Ругов Елены, которая приняла крещение в Константинополе, явились ко двору короля Аттона с просьбой прислать им епископа и священников. Дальше тот же самый хронист, немного далее, на следующий год, пишет, что... в этот же, да, это Рождество 959 года. Король Аттон, а в это время в Германии короли назначали епископов, назначил епископом для Ругов вот некоего монаха. Он вскоре, правда, скончался, и на его место был избран другой монах уже из Трира, Адальберт. И вот этот Адальберт отправляется на Русь. В 962 году мы читаем в той же хронике запись. Вернулся с Руси монах Адальберт, ничего не добившись из того, зачем он был послан, и едва спасшись. По дороге многие из его людей были убиты, а сам он претерпел великие лишения. И, значит, этот Адальберт рассказывает императору, точнее, там в это время император был в Италии, а королю его сыну, о своих злоключениях, ну вот как бы на этом этот сюжет заканчивается. Наши хроники про это не помнят ничего. Тем не менее, они вообще мало помнят историю X века. Надо признаться, что наше летописание началось только в христианское время, и то, что хронисты, что называется, выуживали у каких-то там старожилов, там, каких-то, не знаю, из каких-то песен, преданий о седой старине эпохи вот как раз князя Владимира, а еще и даже более древних временах. Это все попахивает такой, знаете, фольклорной
историй, но, тем не менее, за этим, конечно, лежит некая конкретика. Но это очень далеко от того, с чем обычно историки привыкли иметь дело в хрониках. Это, конечно, скорее такой эпос. Но вот этот сюжет вообще выпал из памяти наших предков. Ну, видимо, мало кто о нем вообще и знал. Что это такое, действительно трудно понять, но, скорее всего, речь идет о том, что в это время как раз к власти пришел, судя по тому, что мы о нем знаем, Святослав. Ему в это время как раз должно было исполниться около 18 лет. И, видимо, Адальберт вот приехал не вовремя. Есть вот такая версия. Святослав, хотя Ольга была жива, но он как бы ее отодвинул потихонечку от таких ключевых политических вопросов. И вопрос о каком-то епископе, видимо, был поставлен им достаточно жестко, и были выдворены немцы. А Адальберт ехал не один, с ним ехал целый эшелон, там священники. Ну, представьте, епископ едет, наверное, в страну. Это, естественно, что была целая процессия. Есть и другая версия, что епископ не приглянулся самой Ольге, и она его выдворила в освояси и вернулась к греческой традиции, которой была, собственно, крещена. Ну, нас не должно удивлять то, что здесь наши князья, так сказать, балансируют между Западом и Востоком. Как я уже говорил, в это время еще формально это единая православная церковь, хотя традиции и разные. Но, видимо, у Ольги были достаточно сложные отношения с византийскими императорами. Ну, это, кстати говоря, даже очевидно, потому что сам Константин Багрянородный, описывавший ее визит в Константинополь, это тоже одна из редких удач. У нас есть это описание. Он очень холодно о ней пишет и вообще не упоминает о ее крещении. Тоже вот такая вещь неожиданная. Но мы должны понимать, что греки вовсе не считали крещение варвара какой-то своей большой победой. Они считали, наоборот, это с неким таким, ну что ли, некой победой самого этого варвара, некой привилегией. Потому что крещение – это великая ценность, которую просто так расточать далеко не следует. Но, во всяком случае, много загадочного в этой истории. Так вот, этот немецкий эпизод, он не случайен. Он показывает, что уже в это время Россия рассматривалась и Германией как одна из таких перспективных миссионерских территорий, где очень неплохо было бы укоренить веру. Но, правда, надо сказать, что инициатива здесь исходила не от немцев. И они, в общем-то, со своей стороны не приняли никаких шагов для того, чтобы как-то закрепиться на этой далекой для них и совершенно неподконтрольной территории. Их основным объектом тогда была Польша и Чехия. Вот эти два направления, которые они, в общем-то, и так с огромным трудом выдерживали. Так вот, когда Владимир стал князем после смерти своего отца, ситуация с положением христианства на Руси была не совсем ясная. С одной стороны, у нас есть четкие указания, что его брат Ярополк, а Владимир стал князем Новгорода, а не Киева, а Ярополк сидел в Киеве. Он благоволил христианам. И пока его отец Святослав вел войны в Болгарии, он фактически в Киеве уже вот, по стопам, что называется, своей бабки, укреплял христианскую общину. Скорее всего, точнее, наверняка в это время в Киеве уже существовал большой соборный храм, по-видимому, деревянный, а может быть, ну да, скорее всего, деревянный. И была очень большая община христиан. Но Ярополк был убит в ходе усобицы, которую нам летопись описывает достаточно подробно. Усобица началась с такой досадной гибели, ну, какого-то конфликта на охоте. В итоге был убит третий брат, Олег Древлянский. Владимир вроде как за него заступился и, осадив Киев, взял его с помощью предательства. Но здесь очень важный момент, хронисты его не педалируют, но мы видим, что Владимир, взяв Киев, сразу же начинает насаждение язычества. Это значит, что киевляне в это время
были в значительной степени христианизированы. И было много в Киеве христиан. Особенно это можно говорить о тех людях, которые бывали, работали, служили в Константинополе. В это время таких было на Руси очень много. Там, я думаю, что это можно вести счет на десятки тысяч человек. Хотя точно никакой статистики нет, но мы видим, что те договоры, которые были заключены в X веке, дают колоссальные возможности именно русским для того, чтобы торговать Византией, чтобы служить у императора. Вообще, надо сказать, что византийцы пошли на неслыханное. Они обнулили торговую пошлину для Руси. Это явление в византийской истории чрезвычайно редкое. В русской, по-моему, такого тоже никогда не было. Нулевая торговая пошлина, обычная пошлина 10%. Она дает тебе сразу баснословные преимущества. И естественно, что русские, ну, варяги там, и другие не преминули воспользоваться этой возможностью. Торговля между Константинополем и Киевом в конце X века была очень интенсивной. И вот и многие люди, которые общались с греками, жили в Константинополе иногда годами, принимали христианство, это мы видим тоже из источников. Целый отряд крещенной Руси был на службе у императора, в автизмене рос, там так и написано. Они шли отдельно от обычных рос. И когда князь Игорь в 945 году, 945, да, или 44 скорее, приносил присягу, половина его дружины тоже крестилась, приносила присягу как бы вот в православном храме Киева. Тоже явление беспрецедентное. Но вот во всяком случае Владимир, придя к власти, сразу начинает как бы, ну, как видим, представляете, об этом не очень удобно писать христианскому автору, для которого этот человек образец. Но он не скрывает этого, начинает языческую реформу, начинает фактически гонение на христиан. И это тоже важный момент. Мы узнаем кое-что о нашей древней мифологии. Ну, даже не о мифологии, а скорее о пантеоне. Вообще, надо сказать, что о язычестве славян известно крайне мало. Как это не обидно нашим неоязычникам, которые, в общем, раздосадованы этим явлением. Вот про греческих богов мы знаем даже в мельчайших подробностях. Их похождение, кого как звали, кто чей родственник. Там. Ну, более-менее кое-что известно о германских богах. Там этот Один там, и так далее. А как же славянские, наши родные боги? Что же они? А получается, что почти ничего и нет. И не только у нас, ни у кого. Дольше всех язычество держалось у западных славян в Полабской, вот это вот, восточной Германии. И там кое-какие статуэтки найдены, там древние храмы, там сбруческий идол и так далее. Но на уровне текстов тоже тишь да гладь, ничего нет. Где же вот эта колоссальная древняя там, мифология, какие-то эпосы, сказания? Конечно, христианская церковь, что там таить, боролась с язычеством и далеко не приветствовала распространение языческих текстов. Но точно так же она боролась с язычеством и в той же Греции, и в Риме, и везде. И в Германии, и в Англии. И мы имеем, тем не менее, достаточно пространные памятники, где повествуются о мифологии. Так зачистить все, чтобы не осталось вообще ничего, невозможно. Но, скорее всего, и не было никакой языческой религии вот в этом смысле слова. Существовали многочисленные культы, и причем достаточно разнообразные, и, видимо, у разных племен разные. И вот это, наверное, и объясняет, почему Владимир не ограничился воздвижением Перуна, как бы главного военного бога, а поставил еще идолы и других богов, там Дашбога, Стрибога, там Семаргла, Мокоши, Хорса. И эти боги, видимо, пользовались популярностью в каких-то вот других регионах или слоях русского населения. В общем, об этом мы практически ничего не знаем. Мы единственное, что знаем, что вот этот бог Перун, бог Гробомержец, бог Громовержец, бог Перуна, да, собственно, вот этого удара молнии, скорее всего, родственный Перкунусу,
прибалтийскому, балтийскому. Ну и, в общем-то, и все. Хорс, только можно этимологически догадываться, что вот хорс как-то связан там с персидским словом, которое обозначает солнце. И, кстати говоря, русский язык сохранил вот эту вот семантику в слове «хорошо». Уникальное слово, которое нет ни в одном другом славянском языке. «Хорошо». Ну вот как-то вот оно связано с солнечной энергией. Таджики на него сразу реагируют. О, иранский язык. И действительно, Иран и вот восточная русская, иранцы и восточные славяне имеют много общих вот таких, видимо, в связи с какой-то древней историей общей, именно религиозных параллелей. Ну, само слово «бог», оно же иранское по происхождению, «бага». Оно потом попало к тюркам в форме «бай» или там, ну да, «ба». И вот, собственно говоря, вот это не должно как бы нас смущать, что есть вот такие именно исключительно восточнославянские реалии в нашем пантеоне, но в любом случае мы не имеем четких представлений ни о функциях наших древних божеств, ни об их каких-то ритуалах. Но, тем не менее, мы знаем, что на Руси никогда не было жреческого сословия. Вот знаете, да, вот, допустим, в той же Греции или в Риме, или на Древнем Востоке существовали профессиональные иереи, жрецы, ну, как священники, там, как угодно называйте. Там у кельтов друиды, да, вот эти были. В русском, точнее, в восточнославянском, в западнославянском реале функции жрецов выполняли князья. Это, кстати, тоже очень важный момент. Это объясняет, почему реформа Владимира, в том числе и вот его христианский выбор, всеми воспринимался как вполне естественный. То есть князь отвечал за веру в государство. Правда, существовали так называемые волхвы. Но само это слово показывает, а слово, несомненно, финского происхождения, волхва, показывает, что это реалия северная и исключительно финноязычная. То есть это вот тот мир, который тесно переплетен был в то время с славянским, поскольку в призыве Рюрика в образовании русского государства финны принимали самое непосредственное участие. И вот это вот чуть, меря, весь, да, они входили в состав Руси. Но, тем не менее, это было не славянское такое язычество, финское. Оно, кстати говоря, держалось очень долго, гораздо дольше, чем славянское. И, можно сказать, до сих пор держится кое-где. В Новгороде огромное количество, допустим, берестяных грамот с какими-то там финскими заклинаниями там, и так далее. И до сих пор, если вы поедете на север, можно увидеть такие достаточно интересные сценки какого-то поклонения там, ручьям, там, еще что-то. То есть это все как бы вот у них живет. Иногда это принимает форму православных обрядов. Там, то есть такое двоеверие классическое. Но, тем не менее, вот у финнов действительно существовало профессиональное жречество, для которого князь был не авторитет. Мало ли что он решит. Там. Это вот. Поэтому мы встречаем в летописях восстания, организованные вот этими волхвами в северных городах, которые уже подавлялись князьями не как религиозные восстания, а как политические мятежи. Другой момент, и греческие источники тоже описывают нам историю, как, допустим, знаменитое чудо Евангелие во время Фотиева крещения, как принималось решение о крещении? На совете старейшин князем. Наряду с князем, конечно, существовали вот эти самые старейшины, старцы, но они тоже не были жрецами, они были просто вот такими некими хранителями закона, традиции, но князь в данном случае был для них во времена Владимира уж во всяком случае главным авторитетом. Так вот, вот эта реформа, до сих пор историки спорят, что же было главным, что ли, импульсом. Владимир тогда был достаточно молодой человек, ему было лет 20, не больше. Я думаю, что даже и намного меньше, может быть, 16-17. И едва ли он сам был инициатором этих преобразований. Вполне вероятно, что за ним стоял его дядя Добрыня, который
брат матери, который, как мы знаем, опекал его в Новгороде. Но факт остается фактом. Была вот эта вот произведена реформа, сводившаяся к тому, что вот на княжеском дворе в Киеве был установлен такой вот пантеон, именно вот идолы. И самое важное, что этим идолам приносились кровавые жертвоприношения. Вот это вот тоже инновационный, скорее всего, элемент, потому что до этого мы не знаем случаев ритуального убийства. Точнее, ритуальное убийство-то бывало, и Святослав, например, там убивал пленников, но это было именно принесение в жертву добычи. А вот здесь мы имеем дело с таким удивительным явлением, когда в жертву приносились, ну как вот в Древней Греции, помните эту историю про Медею, когда в жертву приносились самые красивые, самые знатные юноши и девушки своих собственных людей, своих собственных бояр, свои собственные знати. Ну, в данном случае вот киевской. Да. По жребию определялось, кому выпадет эта великая честь отдать своего сына в дар богам. Ну, подразумевалось, очевидно, что он будет тут же вознесен на небо и так далее. Трудно понять логику этих родителей, которые как бы с радостью приносили своих детей в жертву. Но вот такой вот удивительный факт. Владимир фактически тем самым сплотил вот этой кровавой связью всю свою, как мы сейчас говорим, элиту, да, всех своих знатных и богатых подданных. И это не вызывало никакого ропота до поры до времени, пока жребий не выпал на христианина. Христианин этот, как пишет летопись, варяг, то есть человек, состоявший на военной службе в Константинополе, имя его передается в традиции как Феодор, что, кстати говоря, очень похоже на правду, потому что Феодором любили, имя Феодор любили принимать как раз варяги, потому что оно напоминало им имя Тор, Тор, Тор Теодорос. И греки как бы тоже имя Тур, если человек носил имя Тур, они ему давали похожее имя, вот в данном случае Теодорос, как потом, допустим, там, ну и в некоторых других случаях такая амонимия имен обыгрывалась. И вот этот самый варяг сказал: не отдам сына в жертву бесам, и не ограничился этим, а еще и произнес своего рода проповедь по поводу того, что ваши боги деревяшки сегодня есть, а завтра сгниют. А вот настоящий бог-творец, которому поклоняются греки, что интересно, вот это вот такая важная фраза, ему не нужны никакие жертвы. И если ваши боги – это боги смерти, то он – бог жизни. Ну, естественно, киевляне не оценили это его такое обличение. И его сына, и весь их дом разнесли в щепки. Но надо сказать, что дом этот стоял прямо рядом с княжеским двором. То есть этот варяг был непростой человек. И, судя по всему, всю эту сцену наблюдал и Владимир. Почему мы об этом знаем? Потому что первым его действием после принятия крещения было основание Церкви Богородицы Десятинной на том самом месте, где стоял дом вот этого самого варяга. Это значит, что он как бы построил церковь, ну, согласно христианской традиции, на крови мучеников. И хроника показывает, что именно вот этот момент, вот этот подвиг первых наших мучеников запустил вот тот процесс, который привел потом к избранию Владимиром христианства в качестве религии. То есть именно с этого момента, когда он увидел человека, который умирает за свою веру, он что-то вдруг начал решать для самого себя. Ведь до этого уже самим его отцом, Святославом, другими язычниками, христиане всегда понимались насмех как люди слабые. Ну, это традиционно для язычников издеваться над христианами по поводу знаменитой фразы «подставь другую щеку». Ну что же вы, христиане, плохо исполняете заветы своего Бога? Что же вы не подставляете другую щеку, а наоборот там, воюете? Ай-яй-яй. Как бы. Это уже персидский там, Шах Хасров там, и другие
проводили эту линию, забывая, что у христиан сказано про то, что надо любить врагов своих и прощать врагов своих, и щеку подставлять, когда тебя лично оскорбляют. И там же сказано, что нет больше любви, если положишь душу за други своя. То есть вот друзей своих в обиду давать ты не имеешь права. То есть личное смирение нисколько не мешает вести войну со злом, с врагами, с теми, кто покушаются на то, что тебе дорого. Это неоднократно в истории христианского мира как бы вот проявлялось. Но здесь Владимир увидел другое. Здесь он увидел, что человек, кстати говоря, военный, способен умереть за истину. Вообще для язычника это нечто непонятное. Понятие истины ведь для язычества не свойственно. Что такое истина в язычестве? Язычество — это своего рода торг с богами. Язычники богов не особо-то любят. Они их боятся. Главная задача языческих жертвоприношений — успокоить богов, которые, в общем-то, очень такие, ну, мягко говоря, неприятные. Они вредные, завистливые и очень, ну, злые, по-нашему говоря. Да? То есть, если ты их вовремя не подкормишь, они тебя могут очень серьезно наказать. Это логика вот такого, ну, если угодно, торга, да, или там сотрудничества, как мы бы сейчас сказали, да, она свойственна для всех языческих религий. И понятие истины здесь не имеет места. Что здесь такого? И вдруг христиане привносят вот это вот новое совершенно, новый смысл во всю религиозную систему. Они вдруг говорят, что эти самые боги, они вообще не имеют никаких полномочий. И что подлинным хозяином мира является не вот этот вот, как говорится, бес, который тоже, конечно, кое-что может, никто с этим не спорит, но лишь по попущению Бога-творца. А Богу-творцу нужна вера в него, нужна вера, основанная на познании истины Бога-откровения, данного через воплощение в евангельском учении. То есть здесь какой-то новый философский смысл привносится в религию, в религиозное сознание, в религиозное поле. И надо сказать, что Владимиру было это интересно. Мы видим, что он с огромным интересом слушает, в общем-то, не очень-то интересные, на взгляд современного человека, какие-то вот рассказы там о сотворении мира, о библейской истории. Ему это очень важно лично.